20 лет на рынке финансовых услуг Саратовский банк «Экспресс Волга» является значительным федеральным игроком и входит в топ-100 самых крупных банков России. Поздравить сотрудников с юбилеем приехал известный сатирик. На концерте Михаила Жванецкого побывала и наша съемочная группа. Популярный сатирик Михаил Жванецкий приехал в наш город специально на 20-летие банка «Экспресс Волга». Впервые писатель выступал в формате живого концерта. Жванецкий отвечал на вопросы зрителей и первого заместителя председателя правления банка «Экспресс Волга» Михаила Прокофьева. Как вы относитесь к банку в принципе? Я бы хранил деньги, конечно, в детях. Сын станет как-то зарабатывать, может, он сам скажет: «Папа, ну давай я тебе машину куплю». Пока все наоборот. Полезные советы, тонкий неподражаемый юмор одессита создали в зале театра оперы и балета удивительную атмосферу. Вспоминали историю становления банка и подводили итоги плодотворной работы. Мы смогли из небольшого саратовского банка превратиться в крупного федерального динамичного и заметного игрока на банковском рынке России и войти в топ-100 самых крупных банков нашей страны. Слова благодарности, искренние пожелания и поздравления звучали на протяжении всего вечера. Желаю вам расти, приумножаться и приумножать успех как банка, так и Саратовской области. Праздничный вечер пришелся по душе всем гостям. После концерта зрители не скрывали эмоций. Лучезарный юмор Михаила Жванецкого. Интересные вопросы, получили интересные ответы. Здорово. Лучшего подарка своим работникам и нам, всем, так сказать, саратовцам, да еще на День города придумать было нельзя. 20-летие – это только начало большого пути. Впереди «Экспресс Волга» ждут новые цели и успешная работа.